Непобедимые готовы покорить старый континент. Непобедимые — так называется композиция, которую представит певица из Барнаула Аня Филипчук на детском Евровидении. Просто слушай сердце, просто будь собой. Это наше время, знай, мы непобедимы. Финал назначен на 25 ноября в Минске. Сейчас у Ани идут заключительные репетиции перед выступлением. Туда она попала сквозь сито всероссийского отборочного тура. Одно из главных требований — песня ранее нигде не должна была издаваться, обязательно звучать на русском и английском языках. В жюри вошли известные представители отечественного шоу-бизнеса, к примеру, Игорь Крутой и Лариса Долина. В результате на международный конкурс решено было отправить именно нашу землячку. Мне удалось пройти национальный отбор и стать представительницей России на этом престижном конкурсе. На его результаты огромное влияние оказывает онлайн-голосование зрителей. Голосуй за меня, вы проголосуете за нашу страну. Я очень надеюсь на вашу поддержку.